Привет, стримаши. Это исследователь. Небольшой обзор еды. Интересная попалась еда. Это макароны итальянские. Часто вот делают у нас макароны. Написано по итальянским технологиям, как в Италии. Это чисто итальянские. Потому что код, видите, 800. И все надписи на иностранных языках. И стоят они пачка. Причем пачка, смотрите, 500 грамм. Не как у нас делают уродливые 400-450, это специально, чтобы обмануть, как бы люди привыкли 500, а им просто вес меньше, а цену ту же. Ну, старая ужимка. Вот. Здесь просто в других странах люди не возятся. Но предприниматели так не обманываются такой херней. В общем, стоят они прилично, от 100 до 150 рублей пачка. Форма вот такая вот прикольная. Такую у нас я не видел, молодцы. По вкусу хорошие. Я бы не сказал, что идеальные, но хорошие макароны. И они по вкусу, по мне, то же самое, что Аида. У меня есть обзор макарон наших Аида. По вкусу, ну, если бы как бы упаковку я не видел, я бы не различил те и эти. То есть бывают у нас нормальные макароны, но обычно те Аиды стоили в 60-70 рублей. Это из таких, сказать, можно дорогих. Ну, на этом все, ребята. Макароны еще попадаются российского производства, нормальные. Но все-таки все равно превосходят итальянцы, у них и формы разные, и черные, и красные макароны. И какие-то есть подороже, наверное, и повкуснее. Поэтому, ну, вовсю проигрывают тут. Потому что бандитское такое государство. В нем все, что для людей делается, все плохо. Пока, стримаши.